Всем привет, с вами Хома-сан. И сегодня у нас будет видео «Три идеи для милых открытки». Но перед этим не забудь подписаться, поставить лайк и напиши комментарии, какая открытка тебе больше всего понравилась. Также можешь подписаться на мой канал в Телеграме, там вы можете голосовать о том, какое будет следующее видео, подписаться на мою группу ВК, где есть интересные арты, и можете подписаться на мой Бусти. Подписка там стоит всего лишь 50 рублей в месяц. Ну что ж, поехали. Я буду рисовать открытки вот в этом скетчбуке. Надо же для чего-то его все-таки использовать. Я думаю, вы знаете, откуда он, и видели его в одном из моих видеороликов про аниме-ярмарку. Обязательно используем подложку, потому что бумага все-таки тоненькая у нас, и чтобы не отпечаталась на других страничках. Если что, это просто какой-то ненужный кусок бумажки мне. Берем наш прекрасный пенальчик и выуживаем оттуда стерку и карандашик. Первая идея. Давайте нарисуем милого котика, такого пузатого, который обнимает сосиску. Теперь мы просто все это корректируем. Вот такой милый котейка у нас получается. А теперь берем маркеры, либо краску, либо карандашики, и все это раскрашиваем. Я решила использовать маркеры, так как они проще в использовании. Да, и в принципе я уже привыкла ими пользоваться. Котейка у нас будет пятнистый, наподобие коровки. Сосисочка, конечно же, у нас будет розовенького цвета. В принципе, у нас не просто милые открыточки, а немножечко забавные. И после того, как мы все раскрасили, нам нужно все это обвести. Получается, конечно, не совсем ровно. Уж простите, я себя сегодня не очень хорошо чувствую, поэтому выглядит все как курица лапой. И не забываем про блики. Они придают живости. И какая же открыточка без подписи? Ты для меня лучшая награда. Вот такой милый котеечка у нас получается. Это у нас первая открыточка. Теперь открытка номер два. Видите, как я и говорила, бумажечка нам пригодилась. Для второй идеи мы рисуем забавного единорожку. Все максимально упрощенно, забавно и детскими линиями. Назовем это так. И, конечно же, я снова беру маркеры. Единорожка у нас будет классический, беленький, а волосы у него будут разноцветные, а-ля радуга. Хотя мне всегда кажется, будто его волосы, знаете, сделаны из чего-то очень вкусного и сладенького. Ну и после того, как мы его наполнили цветом, обводим ручкой. После того, как мы все обвели, остается, конечно же, блики для живости. Не забываем. И, конечно, милая подпись. Я верю в чудо, ведь каждый день я вижу тебя. Вот такая вот идея для второй открытки. Теперь третья, заключительная. Для третьей заключительной открыточки мы рисуем двух милых лягушечек. Конечно же, все по-простому и мягкими линиями. Я уже, наверное, всем надоела, но я еще раз повторю, я обожаю лягушек. Они очень милые, зелененькие и склизенькие. Здесь нам понадобится вообще всего три цвета. Зеленый, желтый и синенький. Для водички. Обводим все черной ручкой и вспоминаем о том, что мы забыли раскрасить воду. Вообще, если бы у меня был немного другой оттенок зеленого, я бы все-таки сделала водичку более болотной. Снова куда же без подписи? Мы как зеленые лягушки, ведь мы с тобой две подружки. Спасибо, что посмотрели это видео. Мне очень приятно. Надеюсь, эти идеи вам понравились и вы их используете. Снимайте тоже видеоролики по открыткам, и если что, отмечайте меня там в комментариях, я посмотрю, обязательно оценю и подпишусь на вас в ответ. Вот так. Всем пока. Не забывай мыть руки после улицы.